Всем здорово, народ, с вами Алекс Диего и игра Exit the Gungeon. Мы продолжаем ее проходить. В прошлый раз что мы сделали? Мы нифига не сделали. В общем, игра пропочевалась. И игра стала намного приятнее. Но есть, конечно, некоторые адовые моменты. Видел несколько новых боссов. Плюс ко всему, я закупил все оружие в оружейной лавке, которое только мог. Это, правда, было вне ролика, потому что я его записывал, и он внезапно слетел. Бывает в жизни огорчение. Нет! Я хотел убить кого-нибудь до того, как эта хрень до меня доберется. Интересно, есть просто такая ачивка? Но если есть, было бы прикольно, если честно. Так, ну-ка, все разошлись. Давай, поднимайся выше. Да, у меня есть. Есть у меня пчелиная пушка. Так, ну давай. Я вижу, здесь 6. 5-6. Круто же. Ну, круто. Он такой, ну не совсем. Да ты издеваешься. Аптечку мне дал. Вот мне прямо сейчас аптечка нужнее всего, блин. На первой половине игры. Так, оружие снова поменялось. Радует, что в этой части эту пушку прокачали. Колокольчик замедления времени. Ах, черт. Пиу-пиу-пиу-пиу. Главное, чтобы он не начал бегать дважды, блин. Черт, я прошляпил. Вниз. Отлично. Ё-моё, как так можно было прошляпить-то все? Ладно, мне хоть за это жизни дали, уже радует. Но, блин, как после этого можно жить-то вообще? Что мне предлагают? Пилку-пилку. Берем. Ну, с шестью сердцами наш шанс выжить значительно возрос. Теперь, правда, ничего покупать нельзя. Меня расстраивает, но за все нужно платить. Эй, да иди ты нахрен.
Я 2 урона получить умудрился за одну комнату. Ох. Ох. Ну я и ох, да? Не многовато ли их, этих ребяток здесь нынче? Так, ну теперь 100% все время ящик появляется в средней комнате, как я понимаю. Или все зависит от количества комнат пройденных. Вот и сундучок. Больше жизней. Еще больше жизней. Но я, в принципе, не против. Максимально не против. О, скелетий. Скелет, который не может ходить. Наконец-то оно сдохло, блин. Какие же они все-таки живучие стали. Так, ну это было легко. Пол, потому что не был с шипами, жизнь стала просто великолепной. Так, и главарь будет стена. А, нет, не стена. Паук. Тревог ворошиловский, блин. Ну, сразу скажу, что он меня бесит. Так, и оружие у меня в руках. А, иди нахуй, блядь. Тупая эта игра, блин. Вот что это за главарь такой? Ну вот... Типа, ну он... Блядь, постоянно не стоит на месте. В какой момент я ему должен урон наносить, когда, блядь, его тупо... Вочережит по всей карте, блять. У меня еще оружия такого нету. Скорострельность никакущая, блять. О, да. Пошел нахрен, тупая, блять, игра. Что? Вообще произошло только что, блять. Быстрый перезапуск. Что мне еще остается делать? Столько жизни просто просрано из-за того, что он такой урод живучий. Еще акули, патроны вот эти. Ну прям с самыми первыми, когда у меня ни урона, ни хрена, блин.
Я горю почему-то от этой игры постоянно, блин. Потому что это рандом, чертов рандом, блин. Никак не контролируемый, ничем, блин. Чертов рандом. Их даже быть в упор наковальни не с первого патрона берут. Да, и вот после наковальни на 8 уровне я получаю музыкальную пушку. М? Баланс. Толк вот этих уровней, если я получаю, блядь, всякое говнище на этих уровнях. Горю. Я горю от этой игры. Что за хрень? Какого черта их так много-то появляется, блин? Все это за синий сундук, блин. А хоть сердце за него выпало. И вот где-то они появляются вне моей видимости, там то ли снизу, то ли сверху. Мне остается только надеяться, пока я не буду смотреть вверх, чтобы снизу никто не вылетел и не взорвал меня к чертям быть. Вот, вот так вот, прям под во мне появляетесь, вот прям и стреляете в меня. Чё бы нет-то, блин. Так, на 13-м гвоздемет, он должен быть прям мега убийственным. Ни хрена, наверное, да? Опять ты, корова дойная. Вон чертова корова, блин. Замедляет вражеские пули. Ну, куда ж еще медленнее-то, блин? Чтобы их весь экран заполонили просто на драконе, чтоб дракон меня сожрал, блин. Пустышки сотые. Нет, то не хочу, ни другое не хочу. Мне можно было броню бы взять, наверное, лучше всего. Пригодилось бы, по крайней мере. Так, ну-ка проверим. А-та-та-та-та-та-та, блин. Нифига. То есть каждая третья комната — это комната с сундуком.
Последовательность вообще не важна. Вообще три там моба просто выпало и все на целую локацию. Не так давно, блин, заколебался их убивать просто, а тут всего три, нормально. Баланс. Меня попали. Вероятность излечения, видимо, сработала. Да, вот, да, давайте по кругу, все просто заполонили к чертям, все, что можно. Вот как я люблю эту игру, прям, вот за такие моменты. Никак. Просто появляется круглая комната, которая к чертям, блядь, заполнена всеми видами врагов. Даже места свободного нету. И у меня нет того, чем я могу ваншотить. У меня урона не настолько много, блядь. Вот это вот хреново слизь, которая меня сторожит, там сидит, блядь. Да, мы знаем, кто это. Сразу прям, не раздумывая, в меня полетел бы. Вообще прям. Очень полезные пустышки я получаю. А, хорошо, что я хоть за первый этот уровень получил, блин, два сердца. Ничего полезного нет у тебя. Специально, что ли, я не знаю для чего, для каких целей это все. Стреляй в меня, блин. Так, ну вроде как мы живы. Даже урон не получил. Пока что, да? Все относительно. Так, враги, которые появляются во мне... Эх, упал. А я не хотел. Ладно, валим отсюда.
Наконец-то, блин. Вали эту чертову зеленую слизь. Наконец-то, блин. О. Ура! Последний патрон, омега патрон. Жизнь радует меня немножко. Пришли побаловать меня омега патроном. Надолго ли? О, проклятые! Где я? Как я там вообще оказался? Хрен его знает, правильно. Еще получил урон. Ёб твою, я опять упал, блядь. Давайте мне уже говоря, блин. О. Он сейчас меня, вот, кто меня сейчас убьет, так это вот оно, блин. Неописуемое говно. Кое-как, да? Все, что у меня было, я потратил на это. Буквально все, блин. О, улет. Мне нравится эта пушка. Хоть она и бесполезная максимально. О, да. Мега пушка, мега петушитель. На 9-м-то значении оружия. Сегодня чё, блин? День зеленых мужиков. Такое как выжили. Отлично. Сегодня все спасенные мною чуваки взяли отгул. И никто не решается выходить. Я тоже никуда не пойду, знаете ли. Я тут останусь. Мне бананы позволяют никуда не ходить.
концентрированные лучи, не хочешь? Еще раз кто-то остался. Паук? Где-то там сундук выпал. Вот зелененький. И шо сердечки? А, я больше не могу получать сердец. Игра просто такая. Слишком много. Типа тебе хватит и того, что у тебя есть, мы не дадим тебе больше сердец. Мне нравится их скидывать в обрыв, блин, что ни один я могу только это туда упасть, ну и все они тоже. Что они на меня не падают сверху? Кто главарь? А, вот еще могильный дух. Жух, и ты могильный дух. Что? Тетрис. Черт, меня длинная убила. Ты че, могильный дух игр Nintendo, блин? Ох, ты что творишь? А, вот этой атакой. Все, жух, и ты тоже петух. Божественный закуп, молодец, торговец. Если бы вы видели, я показал два больших пальца на знак одобрения того, что он чмо на палочке. И цены у него конские. А, это зелье неуязвимости. Один из них умер, упав с обрыва. Разбежавшись, прыгнул со скалы. Вот он был, и вот его не стало. Но когда об этом узнаешь, ты поймешь, кого ты потеряла. Так, что ты про... Что он продает? Ни хрена не продает. Спихи возьмем. Хоть бы жизни, что ли, продавал. Это гоблин, который сломал его грузовик своим шлемом. Ну а что мне там еще остается купить? Скорострельность повышен. Так, а вот жизнь мне бы взять хотелось. Ай, я уворачивался как мог. Еще жизнь.
Да вы не какого черта тут происходит? Стесняюсь просить, блин. Оно еще все дребезжит в разные стороны, блин. А я скачу как кенгуру, блин. В разных направлениях. Крыса продает ключ. Понятно. Возьму палец лича. И жизни возьму. Ключ за 100. Не знаю, чем он мне поможет. Ключ за 100. Наверное, если я дракона побью. Ну, это, конечно, смешная шутка. Внезапная смешная шутка от игры. Махавай, в банан пушка превращай, блин. Да ты иди нахрен! Что происходит? Ты, блин, Джонни самый быстрый стрелок на Диком Западе. Да, блядь, уф. Да как я от этого-то всего увернусь? Я ему просто ни хрена урона не нанес. Зелье свинцовой кожи, отлично. Вот что тут за ад происходит. Все, вот откуда-то из-под выперда, из-под низу вылетела долбанная ракета. Ой, блядь, как это вообще проходить-то? Я хрен его знает, без каких-либо активов, блядь, что? Как, блядь, это проходится? О-о-о-о! Я горю просто, блин, этот дракон просто ад, блин, на земле. О, тут опять пушки завезли. Подожди, пердитые пули. Помню, что делают. Беспорядочная стрельба. Берем. Пузырькомет берем. Тут я хочу взять тоже что-нибудь. И Пипискин пистолет хотим взять. Все, отлично. О, это было жестоко, народ. Реально жестоко, блин. Я не знаю, как убивать дракона, но...
Когда-нибудь мы с этим справимся. А с вами были Диего, игра XC Gungeon. Если вам понравился данный видеоролик, не забудьте подписаться на мой YouTube канал. Группу ВК можете на Twitch. Ссылочки есть в описании. Я желаю вам всего скорого и удачи. Пока-пока.